двухдиапазонный роутер с поддержкой Wi-Fi 5. На распаковке роутер Netis NC21. В комплекте с ним идет блок питания, патч-корд и документация. Роутер выполнен в белом пластиковом корпусе с четырьмя внешними антеннами. С лицевой стороны расположены индикаторы. На задней панели находится разъем питания и кнопки сброса настроек и быстрого подключения по VPS. Между ними 4 порта со скоростью подключения в 100 Мбит в секунду. Один из них WAN для подключения кабеля от интернет-провайдера и 3 LAN для подключения локальных устройств. Роутер поддерживает Wi-Fi 5 поколения и работает в двух диапазонах одновременно. Скорость подключения до 300 Мбит в секунду на частоте 2,4 ГГц и до 867 Мбит в секунду на частоте 5 ГГц. Настройка простая, при помощи веб-интерфейса. Из дополнительных опций отметим возможность организации гостевой сети и контроля доступа в интернет. Подытожим. Это доступный двухдиапазонный роутер с поддержкой Wi-Fi 5 поколения и простой настройкой. Хороший вариант для использования в многоквартирном доме.